В 2000 году я получил свой первый такой опыт. Я устроился в колл-центр Билайна. Вот. Но на самом деле, прежде чем начать в нем работу, я проходил обучение в течение нескольких месяцев, ну, летних месяцев. Это все происходило в одном из зданий Билайна на улице 8 марта. Группа таких вот юных, в основном там, бывших студентов. Причем, естественно, все это происходило без трудоустройства в штат компании. Выплачивалась небольшая стипендия, и все мы оформлялись в какой-то фонд поддержки ветеранов Афганистана, что-то такое. Вот, то есть на какую-то там левую контору. Я просто потом, когда получил выписку из пенсионного фонда, с удивлением обнаружил, как это все проводилось. То есть оптимизировались налоги. Но на самом деле потом я тест плохо прошел, и уже начался учебный год. Я учился в магистратуре. Вот, кстати, смотрите, видите, раньше был какой-то еще Билайн 800. Вот, примерно такие вопросы были на экзамене в колл-центр. Ну, в общем, такая работа, сейчас она не популярна. Сейчас все автоматизируют, всякие роботы эти отвечают на все. Не особо успешно, потому что много таких все-таки индивидуальных ситуаций. И уже раздражает, когда с этими роботами одно и то же. Вот тогда никаких роботов не было. Ну, вот компьютеры были медленные. Вот. Все вручную было, все записывалось. Мало было таких раздаточных материалов. Вот. Ну, такой опыт, я думаю, интересный был. Сейчас буду всем этим топить печку, потому что это жутко все морально устарело. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.